Алло? Буянов? Да, Ледекс нашел. Катка хорошая была, спасибо. Я слева от нее. Внизу? Минус. О, побежал, видел? Да-да. Его встретили на этаж выше. Минус один. Гад, блядь, по-любому. Тише, тише, тише. Попал? Да. Поднялся выше я. Паскуда. По тебе? Нет. Да-да, по тебе. Ты вышел, да? Да-да. Наверху дверь закрыл. Входи, входи со спины его. Влево, еще раз влево, понял? В кладовку там, в такую, вот он там. Убил? Убил. Хорош. Ты что, хорош, я косил. Убил еще двоих. Остался в черный внутри. Близко уже у серверной у нас. Тихо, он скинул. Хорош. Да-да-да. Я почти отъехал, не из руки. Живой. А, или этот один сидит тут, в черный. Он один сидит. Думал, двое просто. А я плохая. Где он там? Сдох он. А, он умер. Граната, да? Да. Что я делаю? Почему я заряжаю по одному патрону в МП-7? Ты видишь, что я делаю? Просто стоишь мне, добавляла с оружием. Другое дело. Теперь вот другое. Бесконечная анимация закидывания одного патрона. Так, я лифт закрыл. Вот это. У меня там на лестнице еще лежит курятчик. Какой ляпчик? Я никакого ляпчика не видел на лестнице. Я видел, там сидит один. Вот этот вот. Я его в самом начале приходил потом. Я это видел уже несколько раз. Господи. Сколько у вас тут народу-то, алло? Это передо мной в кусту.
Блять, ну давай, руки сейчас залагают. Что-то такое там утащил, что хотел свалить от меня, чел. РДМ. А, так это его соклановец. Понятно. Что это за мух? Но он же встал на... Блять, хуя ты толстый! Ааа, я без патронов! А ты говоришь, 30-ки хватает, чувак, кто там писал в чате? Я похожу на 30-ках, вот, 60-ки не хватило, понимаешь? Там, конечно, было меньше уже. Бля, 4-х убил, мог этого убивать, но чисто патроны закончились. Эх, глупая смерть. Вагонетки? Не-не, он дальше. Вижу. Дай мне время. Убил. Угу. Трупа есть на третьем этаже, выход на балкон. Ну, что-то есть внутри. Я на третьем. Угу. Ты лег или сел? Я рюкзак лутаю. Ты на третьем, да, в комнате? Да, в комнате. Ага. Прямо у меченки сидит. Все, брат, подожди, пожалуйста, я убрал. Ай, расти, аккуратно. Убил его. Это я? Да. Не подстрелил тебя? Да, забей, нормально. Так, 416. Полгу. Трое было, три пулки, ты сидела. Да? Да, давай. Так, хакашка. Хакашка. Хаешки нет, что ли, никого? Братан, что-то тут полегло очень много, хочу сказать. Да, три пулки. Что-то кошмарно. Сарафаны всякие тут. Вместо того, чтобы зайти и сказать GG, ребята, хорошие игры, там раскидать нас по-братски, ты приходишь, начинаешь грубить. Чё мне понравилось? Он говорит, откуда у вас инфа, что мы там типа были. А где вы ещё можете быть, ребята? Я просто набежал на двух типа, просто набежал за него. Даже не мог представить, что здесь тип будет. Что принять мои извинения, просто подогрело. Не понял вообще, откуда убили. Шайтан, привет от меня. Видимо, двушка меня разделал. А-а-а, я понял. Ну тут что-то есть внутри. Нет, не с двушки. За двушкой вдоль забора. За двушкой вдоль забора. Если не в курсах, короче, кто. Если ты от двухи идешь к забору, типа в торце двухи, там видно, открыто меченка или нет, и видно выход на крышу. Я там пострелял, думал, труп лежит, а оказывается, этот живой был, скорее всего, чел. Поэтому он пишет, что не понял, откуда, ну, убили моё.
Я вообще только одного убил. Не, я херю, конечно. Захожу, такие, типа, болты не стоит, гранату кидает. А где он стоял-то? В комнате где-то, что ли? Он в комнате стоял после туалета, прикинь. Да, их там пати, судя по всему, сидит. Долго стоял, друг, на месте, не шевелился. Не выдержал, что ли? Нервы сдали, блин. Бля, лежит опасно, конечно, максимально. О! Вот и друг. Блять, это еще кто нахер? Это бот ко мне идет, сука. Переиграно. Так. Блять, нет! Конечно же, есть еще один нагибатор, который просто сидит все это время. Ну, и че ж говорю. Твоя кошка? Моя, моя. Оп, тем один на. Твой? Да, а он мертвый. Вау. Я по внешке иду. Нет. Блять, нет. За автобусами. Лево беру. Нет. Я его слепил. Не умер, дай гранату туда. Убил. Все, умер. Аккуратно, умер. Гранату, аккуратно, гранату дали. Так, лутаю. Лутаю, типа, могу помереть. Если 53-й, за Норс дут какой-то. Я через стоянку обойду тогда. Кто трешку, в душку зашел? Враг. Откуда он зашел? Ань, я близко, не стреляй. Я вижу. Он вылез, по-моему. Нет, не вылез. Убил. Ничего не дохнет, гадина такая. Я задушу. Тише! Кто-то сейчас запыхался. Кто запыхался? Не я. Прощай, чувак. Ты был неплох. Да. Стоял, смотрел в дверь просто, у него второй. Встали руки. Это второй. Ну, я понял. Я нет, говорил. Он был раненый. Они, походу, между собой стрелялись. А-а-а. Или я не знаю, что они делали. Да, 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 магазинный кейс. Вот он, шелся. Время. Сейчас чувак бежит под обод. Я минус. Прям вышел на меня. Я не знал, по какому забору, слева, справа. Просто начал слева, ну, ходить, мансовать. Чтоб он не убил меня. Сорян, ты прям четко вышел на выстрел. Ты его убил, что ли? Да, да. Человек да. С дробашом бы, он бы там бы даже не это. Ошибаюсь.
Е, дрит, челик. Не убил! Вон там комната такое. А, вот на гранате. Вроде бы должен был взорвать его, да, взорвал. На секретке есть чел. Минус. Нет, так оставь комнату, да. Поваленный не чекал? Нет. Сейчас к тебе буду перебегать. Бля, сидит на скрипочке! Понял. Убил? А я дал за синьку. Я здесь. Убегай, убегай, убегай! Топтики не было, типа. Не было. Господи, что за сумки такие? Тоже. На третьем на ступеньках. Хакашка, аккуратно. А где она? Не знаю, стой. Не байте его пока, секундочку. Понял. В туалете так и стоит. Я и думал, стой, не влазь, не влазь. Я уже вылез. Убил? Блин, это не ты что ли? По лестницам. Змея. По лестницам, чел. Конечно, не, братан. Ну, со второго просто поднялся, чел какой-то. Перебегает по дальней. Одного убил. Ютрить, это что, это ты? Угу. К нам бегут, тихо, тихо, тихо. Откуда? Прямо над нами. Умри, господи. 95-ки же. Один? Был один. Одного на перебежке убил. Справа, слышал? Болт, 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 справа, ходи, ходи. С другой стороны болт работает. Сзади нас, что ли? Да, да, да. Вижу его. Вагон повальный. Вижу его. Хорош. Обалдеть, может там пробегали, вот как, блин. Куда он взялся опять? Я забыл его прямо. Пускай слушанная. Странно, я слышал болтов, пытался. Потом аккуратно, может быть, еще. Ага. Нет. Убил. Ну ты тоже не дотошка. Вот это X15. Ну вот она, по-моему, по мне и стреляла, потому что у меня сразу несколько попаданий было. Есть, не да? Слышно, по тебе болтовки сначала начали стрелять по тебе. Потом он понял, что он нихера не попадает в тебя и начал стрелять по стейкски. Ой, сардак. Может и так. Он работает глушенный сюда. Стройка, стройка, стройка. Да, стройка, новая стройка. Вижу, вижу, вижу. Он слева от нее сидит. Не в стройке, а слева от нее. Внизу? Минус. На катушках таких больших. Здесь никого не вижу, автобуска никого не вижу. У нас вроде чисто. Смотрю новую стройку.
Промок? Просто. Услышал, а там тип вдоль забора стоит, если чё. Вот по мне работает. Я живи. Думал, ты по нему бахаешь. Я минус. Издалека тут-то вообще. Да, это ЧВК. Затылок убил меня. Так, пойдем на лифт ИО. А, сейчас еще Ледекс там проверим в серверах. Мало ли он там лежит, ждет нас. Понимаю. Алло? Буянов? Да, Ледекс нашел. Катка хорошая была, спасибо. Налутался тут вообще. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.